стиль ведущий. Королевство красоты Лик. Новый стайлер для накрутки волос от Cloud9. Он разработан специально для того, чтобы помочь вам создавать профессиональные завивки. Упругие кудри и нежные волны без вреда для волос за считанные секунды. Уникальный материал серицит на его рабочей поверхности помогает сохранить пряди здоровыми и придать им естественный блеск. Стайлеры Cloud9 идеальны не только для профессионального использования, но и для домашнего. Теперь и в королевстве красоты Лик. А у нас есть несколько вопросов от зрителей. Вика, расскажите, пожалуйста, про свою диету, чем вы питаетесь? Ну, рассказывай, уже не говори, что ты ешь все. Ходите в спортзал 2 раза в неделю, занимайтесь спортом, никакой диеты. Ой, огромное количество людей не ходит в спортзал 2 раза в неделю, послушай, и все равно имеет какие-то проблемы. Ну, может, поэтому, ну, у меня не было проблем с этим, поэтому... Что должен сделать мужчина, чтобы вас завоевать? Мужчина должен быть, прежде всего, мужчиной, заботливым, внимательным, баловать иногда. Что значит баловать, Вик? Баловать? Ну как, это сейчас считается баловать? Ну, дарить подарки, да. Мужчины считают, ну, внимание, как сказать, то есть, что оно не нужно, да, вот мало уделяют девушке внимания в последнее время. Послушай, ну внимание, вниманию рознь. Можно нарвать ромашек, понимаешь, в огороде, в поле, и устелить ими всю постель. Потом сама же ты будешь ее убирать. Внимание – это относительно. Для тебя ты вообще рассматриваешь, что мужчина может быть не богат? Или чтобы тебя завоевать, ты должен быть внимательный там, и так далее, и так далее. И обязательно богатый мужчина. Не, ну конечно, хотелось бы уже обеспеченного мужчину, да, но... У меня были отношения, можно так сказать, и не с олигархом, но с очень хорошим мужчиной, у которого есть цели. Который там, вот боксер или нет? Ну да, были и цели, да, и то есть и он старался для меня всем, чем мог. Угу. Вот. Но не сошлись характерами. Standing in the sunlight of the sea, we were young.
меня короткий блиц для тебя. Продолжи мою фразу. Я люблю. Я вообще люблю слово, да? Я люблю свою семью. Меня раздражает. Неорганизованность во всем. Идеальный мужчина должен быть... Должен быть с кем? Не знаю, любил. Три черты характера, которыми я горжусь. Так, три черты характера. Ну, вредностью точно не горжусь. В принципе, избирательно, в меру добра и... Что же еще? Что же еще? Не знаю, что. Ну, скромная такая Вика. Хорошо, три черты характера, от которых мне бы хотелось избавиться. О, от гордыни своей хочется избавиться. Уменьшить, по крайней мере. Раз. Я, если честно, к всему слишком придираюсь в последнее время. Вот это вот, придирчивость. И... Больше ничего такого не вижу плохого в моем характере. В общем, только мы две черты везде нарыли. Да. Я отдыхаю когда? Когда есть свободное время. Счастье это? Счастье, когда... У тебя все получается, и ни от чего не зависишь, и все идет как надо. Деньги для меня значат? Ну, деньги для меня на втором плане. Я мечтаю о? О большой семье. Светлой любви. Да. Пусть ваши мечты сбываются. С вами была Светская Хроника. До встречи на следующей неделе. Пока. Я попала на Светскую Хронику благодаря Imperia Model Management. Спасибо большое ребятам. Вот. Очень понравилась программа, понравилась очень ведущая, стильная, умная. Вот. Спасибо большое. Очень было приятно принять у вас участие. Наша беседа проходит в ресторане итальянской кухни «Моренти».